сгорели заживо. 4 человека погибли минувшей ночью при пожаре в Чебоксарах. Трагедия произошла в одном из деревянных построек садового товарищества «Дружба» в Московском районе. Огненная стихия унесла жизни 3 мужчин и 1 женщины. Следователи устанавливают их личности, выясняют причины возникновения пожара. По предварительным данным, они вели бродяжнический образ жизни. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время по установлению обстоятельств указанного происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские и генетические. Проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.